Риндиндон, риндилиндиндин. Так, всем хай. С вами Gradual Prod, и в этом видео мы будем разбирать трек Риндиндон. Этот сниппет вышел тоже где-то уже неделю назад. Я все с задержкой на неделю почему-то делаю. Не знаю, этот видос уже по-любому сейчас не наберет много лайков, много просмотров, как у, там, например, у одного челика, который вообще недавно начал вообще YouTube снимать, и у него уже 3 косарей просмотров. Значит так, начнем. Темп 105. Вот такой вот пианино из Nexus, папка Total Piano, пианино Brilliant Piano 1. Я выключил реверб и дилей. Он у нас на втором канале, он вообще не... на нем вот такой параметрик. Звучит оно таким образом сейчас. Сейчас все будет. Да. Потом идет то же самое пианино, только басовые ноты вот такие вот. Звучит оно таким образом. Да. Потом идет брас из Purity. Какой он там? Вкладка брас, Hero Brass называется. Значит, вот такие вот нотки, я вот верхние чуть-чуть прибавил, и, короче, вот, он у нас прибавлен на мастере на 3 дБ, стереосепарация на 62%, и параметрик вот такой вот. Звучит таким образом. Далее идет хэт, который уже заезженный, если честно, вот бесит он меня. Значит, он убавлен на 1 децибел. Потом идет клэп, вот такой вот, он тут один, на мое удивление, потому что я обычно лейрю, как мы знаем, по 4, по 5 клэпов. Звучит так. Значит, он прибавлен на мастере на 2 дБ, и все. Потом идет кик. Кик, он у меня прибавлен вот по бусту вот так вот. Немножко, прям чуть-чуть. Звучит так. Значит, он у нас на мастере прибавлен на 1,3 дБ, и все. Вот такой вот бас, это любимый тейпа любимый, короче. Это мой секретный, который я могу раскрыть при достижении 15 лайков, я выложу проект. Значит, он убавлен на 3 дБ, вот такой вот эквалайзер, и вот такой вот сайдчейн от кика. Звучит оно таким образом. Да, так. Вот такой open head. Значит, он у нас на мастере прибавлен на 0,5 дБ и стереосепарация на 38%. А, чё я вру-то? Он вышел не неделю назад, даже больше. Неделю назад вышел только right now. Такой explosion. Я ему... срезал низы специально, чтобы типа он не конфликтовал с басом. И все. Я тут уже выстроил структуру бита, который примерно должен быть на оригинальном, типа. Ну, это можно считать как слив трека. Прослушиваем.